мыслить стратегически, привлекать частные инвестиции и выигрывать гранты. Чтобы продвинуть свой проект, одного желания недостаточно. Умение грамотно преподнести идею – важный навык в современном обществе. По словам председателя Общественной палаты городского округа Самара Габибулы Хасаева, проектирование – не самое сильное звено в деятельности муниципальных общественных организаций. Именно поэтому решено было организовать обучающий семинар. Чтобы привлечь социальные инвестиции для решения многих социальных проблем, вот мы и задумали такой обучающий семинар, заранее ознакомившись с запросом как раз от названных организаций на приобретение знаний, навыков и умений социального проектирования. Семинар прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие представители общественных советов при администрациях внутригородских районов, члены городских ТОСов и работники социальной сферы. По словам экспертов, выигрывать гранты несложно. Главное – освоить технологию социального проектирования. Это такая универсальная схема для того, чтобы можно было любой проект в эти рамки подогнать и хорошо посчитать, и чтобы все было, все состыковывалось, чтобы еще была обратная связь, обратная логика проверялась. В ходе семинара разобрали типичные ошибки в социальном проектировании и попробовали применить полученные знания на практике. Галина Топилина, Игорь Казановский, «События».